О, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы продолжаем проходить игру Fable 3 с Серегой. Серега. Да, всем привет. Такие дела, да. Еще рано. Ладно, используем наш стол. Now, that looks like the dweller camp in Гигантская лупа. Select that as your destination, and you should be taken. Just like... С фонариком почём. А, кстати, да. Прикольно. Так, ну что, в лагерь телепортируемся? Да. Так, как давай. Тут? Два? Что нажать? Лайк, хочешь отправиться туда? Да. Все, отлично. Так, после небольшого вылета при загрузке. Так. Игра высшего уровня. Да. Что, если ты стоишь на краю появления, Е, значит... Прыгать безопасно? Либо я дурак, либо там фигня написана была. Так. Вот здесь я закончил. Мы поговорили с тем мужиком, здесь главным, и все, я дальше не играл. Подожди, тут девочка хочет кушать. Как кормить детей, Серег? Подожди. Я таскаю за собой вам жиху. Нашел кого? Я ее отпустил. Ты покормил ребенка? Не, Ваня, куда? Ну, отлично. Так. Ё-моё, если честно. Испугал, ладно. The man we need to convince is Sabine, a proud old sod. Он... Добрый человек и хороший вождь. Он не даст свою аллегиансу легко, особенно к принцу. Может, лучше, если я поговорю с ним сначала. Знаешь, может, ты должен найти какие-то новые одежды, пока я говорю с Сабиной. Господи, ну конечно. Найдите одежду, купите. Да. Он пойдет в бок. Ой. О, у меня деньги. Хорошо, конечно, что-то хотят для тебя, пока не... Бедные? Наверное, хотят рукопожатие от меня. Ой, нет, я немного нечаянно не то нажал. Мне всем удали очки. Надо теперь руку ему пожать. Прыгнул в лицо. О, вольная шура. Вольная шура, я нашел ее. Где? Ой, я с ней не здороваюсь. У меня сиськи лучше. Кстати, за это очки дают. За сиськи? Наверное, да. Слушай, а так можно неплохо зарабатывать. Подходишь к людям, там, руку пожал, все. Ну да. Так, одежду-то где нам найти с тобой? Да, пойдем. Да там что-то надо это... Сейчас, карты здесь нет, не помню. К лавочнику где, к кому-нибудь подойти? А там... Всякие сундуки валяются там. Не, можем, конечно, кого-то убить, да, и забрать одежду, но некрасиво как-то. Ой, не-не-не-не-не. Не, а здесь, по-моему, F3 надо нажать, тогда отменится этот режим убийства. Ну лучше не делать этого, потому что Шурк понажимал тогда и полгорода убил. Ему только дай. Так. А, вот, я нашел проход, вот он. Есть проход наверх. А-а-а. Здесь всякие сундучки там валяются. Все, понятно. Кстати, немного раздражает, что здесь мир не открытый. То есть могли вполне сделать. Ну, да, могли. Не, ну как здесь, бегать можно довольно много, и придется очень долго бегать. Просто сейчас, увы. Да. Ты куда? Там же холодно. Я вижу, там что-то можно поднять. Нырнуть. Мне тоже нужно это поднять? О, сундучки. И что там, да, было? Там я денежка. Не буду мокнуть. О, мне дали колечко. Да, пусть баба за тебя все делает. А еще и воевать с тебя будет, да. Том горит, то бабы... Так, что такое?
поднять. Так, я книжку нашел. Я не могу выйти. Тоже. Куда мы вперед? Так. Ой-ой. Слушай, мне это не нравится. Какой-то культ. Что-то не так. Я... Каннибалы! Мелкий урод! Жесть, гори, скотина! Мне нравится, Серёга! Адское пламя! Да, горите все! О, господи, как все белое! Серёга, им нравится! А, мы фокусники, вашу мать! Я думаю, настолько нечего делать, что... Все равно веселее на нас смотреть, чем. Жизнь вольных такая вольная. Обычная. Ничего не взрывается, не горит, драконов нет. Это тебе не Skyrim, где дракон зашел в дом любой. Так, пошел. Я чувствую, мы не найдем здесь одежды. Может убить кого-то и забрать? Она знает дорогу, пойдем. Как так? Нам, блин, в принципе, надо следовать за этим мужиком. Надо продавца надо найти, и где-то должен быть продавец. Или поговорить с кем-то. Даже вот этот чувак, что он делает? Там? Че, поговорю с ним. Пожалуйста. О, боже. Now, wish me good luck. Тебе нужно избавить от денег. Ну, тот мужик зашел туда, и теперь у меня есть указатель, куда идти. Это хорошо. Оказывается, с ним надо говорить. Ой, ё-моё, она больная какая-то, Серега, отходи, не надо с ними контактировать. Телефон! О! Она будет сюда зайти! Гениально. Налево. Так, ладно, вся одежда. Принять. А мне? А мне? Да. Ой, что это? А, теперь надо телепортнуться домой. О боже, эскейп, чтобы вернуться в убежище. Я в убежище. О, ты паришь в чужом эскейпе. А, о, в свое убежище. Все, я ушел в тебя. У меня свое убежище. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, which should serve as convenient storage for your garments you acquired during. Ага, зашибись, у меня даже одежды нету. I hope this new outfit is as comfortable as your. Я помню, как-то раньше я вроде без перчаток был, и им это не понравилось, говорят, не, иди оденься. Так, а дальше как? Просто еще раз escape? Нет, еще раз escape. Да. Карта? А, вон, можно волосы изменить. Так, а зачем мне каждое здание здесь обследовать на карте, Серег? А? Цена, я могу здесь домики покупать. Прикольно. Слушай, классно сделали. Мини-карта. Такой дешевизны нет. Ладно, эскейп, куда, как выйти-то обратно в ду, в это, в ду? О, нам надо было скомбинироваться, и тогда нажать эскейп, и тогда мы появляемся здесь, ужас какой. Я должен был в твоей, точнее, оказаться. Ну, я, или я в твоей, не знаю точно, потому что мне написали, что... Мяу. Тебе тепло, скотина. А ты мокрый, бегаешь. Scruffy looks at you. I've spoken to Sabine, explained everything, and he's well. I told you he takes some convincing. Убедить будет его не очень просто. Ну давай, давай, посмотрим, что он нам скажет. Окей, все, убедил. Ваш навык убеждения повышен. Out of the way, Boulder. I can't see a thing. So royalty walks into our home. A prince, no less. Это же этот, как глава гильдии Хэри Тейл. Как вот там? Кстати, да, похож, похож. И Владимир, как его, Михалыч.
Ну, я думаю, уважаемые подписчики сами узнают. Don't take much stock in words around these parts. We're simple folk. Ain't that right, Boulder? Then what do you want? Proof. First, prove you are truly, as Walter claims, a hero. This is easily done. There's a secret chamber beneath the town of Brightwall, built by your own father. Only heroes can survive its trials and reach the relics within. Bring me one of these ancient objects and I believe you. Second, prove you are a warrior worthy of leading this battle. You can do this by slaying the mercenaries who plague Mistpeak Valley, who have long soured our existence. Third, prove you are a true leader. Persuade our neighbors in Brightwall to share what food they have with us. Boulder. If we cannot eat, we will die. And the dead make poor allies. Is that all? Yep, that's the lot. Off you go. Не, почему? Из покойников очень даже хорошие союзники. Особенно если это зомби. Come on, boy. Ну да. Если армия зомби. Не, ну раньше же катапультами швыряли трупы врагов. Даже своих. Да, чтобы заразились. А еще и они мало того, что заражаются, так они еще и встают и дальше живут. Это да. Это мне напоминает этот Стабс из зомби. Блин, это было... Да, да. Печенцами твоими. Черт побери, была шикарная игра. Да. Своими почками надо было кидаться как гранатами. И они отрастали заново. Так. Местным нравится. На выезде. Makes a nice change doing something useful. Делать что-то полезное всегда приятно. Так, где мы? А, тут, кстати, не надо shift нажимать постоянно, здесь нажал. Да, один раз нажал, и он уже бежит. Это хорошо, да. Угу. Господи, что это за пункт? ЗППП. ЗППП. Заработная плата. Где ты увидел? Покупай. Ну там, где эти циферки. Понятно. ЗППП. Может, это твой друг какой? ЗВДВ. Хмарская долина? Ужас какой. Так. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Не забывай, Паша, это РПГ. Все надо пускать. Костер исследовать. Обнюхать тут. Да. Это вам не Dragon Age 2, где там проходишь, куча золы лежит, и там меч спрятан. Еще что-нибудь. Это да. Где много-много травы, но ты должен собрать именно одну травку. В определенном месте. И себя клиента своего обмануть. Да, кстати, наш наверх надо сначала сходить. Нам же указатель в другую сторону. А когда наш уровень с тобой взаимодействия дойдет до, не знаю, до чего-нибудь большего, чем просто пожать друг другу руки? А там, по-моему, подарки надо дарить там тоже. А, надо тебе подарок купить будет. Не, на самом деле просто ты должен, по-моему, обручальное кольцо, две штуки купить. И все? А ну там, лучше согласен. Если бы в жизни было бы все так просто. О! А, у вас недостаточно ключиков. У нас один из пяти ключиков. О, видишь, Паш, видишь, собака нашла. Да, да, да. Копать. А как слабо, то всегда с нами было. Работай, а я посмотрю. Оригинально, да. Спасибо. Гагат, я нашел гагат. Ты маловато дали за него, на самом деле. Так, это же вещь. Ты же ее прыгнуть потом должен. О, смотри. Ну-ка. Обе собаки. Сокровища. Да. Эликсир здоровья. Ладно. Хорошо. В этом сундуке, где когда-то хранили драконы свои вещи, там лежит всего одно питьевое снадобье. И как у тебя оружие. Я-то думал, ты книгу начал читать, которую мы с тобой нашли. Ну да, тут какой-то эликсир. Ну ладно, возможно, он спасет мою жизнь. Когда-нибудь. Ну, таких же десятки в магазинах. Просто сотни. Закупайся, не хочу на все деньги. Нет, стоило просто под это отдельную локацию делать. Знал Алексей. Там же еще есть сундучок, в который надо 5 ключиков серебряных. Это не хухры-мухры. Я начинаю подозревать, что я оттуда вытащу. Ты уже его открывал?
Ну, когда я играл, то, конечно, открывал. Что в нем? Да, по-моему, там какой-то костюм охотника, что-то. Ну, тут понимаешь, что на самом деле, это, по-моему, единственный РПГ, где твои костюмы вообще ни на что не влияют. Тут, по-моему, только оружие. Синий. Там, типа, знаешь, по ночное время они типа лучше, там какие-то животных лучше, так далее. Прокачивать там можно. То есть, а одежда здесь только для красоты. В общем, почти не влияет, понятно. Так. Я понимаю, с заклинаниями стрелять весело, а как их мечом там махать? Меч потом дадут. И пистолет еще дадут. Ага. Да, кстати, хорошо. Мечом я бы помахал. Он будет щит? Или как и во втором нет, Ведьмаке? Здесь как блок можешь ставить. Тут знаешь, что тебе двуручные и так далее, то есть. Угу. Зависит от. Жалко, тут, по-моему, нельзя по два меча носить в руке. Mm-hmm. На самом деле, собака, честно, реально эту игру уже не помню. Копать. Она хочет, чтобы я здесь копал. Где? И там. А, ты же баба копает. Как-то быстро. Я думал, они там хотят, чтобы я копал. Они не. Но они же бегут к этому месту, потом. Рубин. А мне не дали рубин. А, не дали. А то я уже испугался. Так, что здесь? А, это с тобой взаимодействие. Или ты лопату хочешь забрать? Я хочу ящик взорвать. Ну, хрен прицелишься. Надо. Жечь нафиг. Нагасаки. Да. И, кстати, зачем мы сюда ходили? Рубин, точно, рубин. Да, с рубином, да. Три монеты заработать. Это очень важно. Музыка такая еще. Блин, мы просто уничтожители с тобой. А еще говорят, что это высокий уровень сложности. Ну, знаешь, потом ты будешь плеваться от этого. Ну, не знаю. Не, ну когда перчатки дадут с электричеством и ветром, тогда вообще можно не париться. Их можно соединить, там электрический ураган будет, это вообще там. Жесть. Не паришься. Они все летать будут, еще электричеством их фигачить. Вообще насрать. Что это прикольно. Ну тут, знаете, вот это а-ля магика, конечно, прикалывает, но могли побольше видов магии сделать. Да. Там вообще было цены, тут не было магии. Ну, ты их даже не подпустил, я тут заряжал. Я говорю, опять баба работает. Ой, тут что-то горит. Как? Нет, это они просто горят. Кстати, локация изменилась. Такой резкий переход от холода к теплу. Там 50 метров вниз прошли, вот измена погоды. Так, я думаю, по заданию мы сейчас не пойдем. Кстати, смотри, сундучок. Сокровище. Ну-ка, осмотрите. Что думаешь, мне кажется, надо по заданию, чтобы нам хотя бы оружие хоть какое-то дали. Аметис. Ну ладно, у нас там нормальное оружие, перчатки, которые огнем шмаляют. Так, нам по заданию наверх, давай сюда сходим, в эту сторону. Как думаешь, что здесь будет? Давай. Просто как-то хочется все осмотреть, интересно познавать мир. Ага, ты потом будешь бегать и бегать, бегать и бегать. Думаешь, он такой большой? Небольшой, просто из-за... Принесите мне вон ту одну травку, которая на вершине горы. О, не, я понял, нам сюда не вариант идти. Как слишком большие просторы. Или нормально. Я думаю, сюда просто еще вернемся. Ну это да, это здесь, знаешь, еще квестов полно будет. Ну все, тогда там нафиг не надо. Пойдем-то по заданию. Ой, если тут быстро по карте не перемещаться, то тут, знаешь, так это... Ну, мы, я думаю, не будем торопиться, что нам некуда. Блин, тут не спрыгнуть. Нам на Е надо нажимать. На Е надо. Ну, я же спрыгнул. О, чудо. Чудо. А то мне, блин, показывал. Тут не везде. И безопасно. Ой, конечно. А я всех остался. Вот свои пражи. Что такое? Даже на попе проскользить. Дура!
Как это происходит? О, не, почти. Да. Где я? Ты внизу. Мечта для детей, кто хочет на горке бесконечно кататься. И саночки не надо возить, само все подкатывается. Хочешь кататься и себя хотя бы подними. О, тайник. Где? Вот они. По-моему, я сейчас с лопатой перерубил собаку. У тебя их много. Ну, мне каждую жалко. Что у нас тут? Чуть-чуть денежек. Пойдет. Гагат. Обычный драгоценный камень. Да. Подождите, пока Рикута не дойдет до места ясно... Что я знаю, меня как-то... Яснодар. Рывками все идет. Ну, действительно, дам вперед пропускать. Я зашел за территорию, ты на месте начал ходить. Ты уже там загружаться наполовину начал, да? Слушай, я почти обогнал Гришку по территориям, который пробежал. Он пробежал всего лишь в 10 раз больше, чем я. Охренеть. Меня только Шурика показывает. А у меня всех по очереди. Так, туда нам явно не надо, что горы красиво, но сейчас я такие горы могу нарисовать за 5 минут. Блендер это такой, такая штука. Так, тут у нас сундучков нет, секретиков не вижу. А, вот именно этот город он и убивал. А вот в эту сторону сходим? Там. Да там то же самое, там сейчас скажут идите туда, у нас вещей в городе нет, иди сам заработай. Все, понятно. Тут... Главное квестов набрать. Блин, такой опасный мост на самом деле. Я по такому не стал ходить. I see you're approaching Brightwall, a most charming little hamlet. Он даже рушится. And a perfect opportunity to acquaint yourself. Я прочитал не Джаспер, а Каспер, думаю, за призрак такой. Far from the bustle of the city and the factory smoke. А, вот, да, вот они магазины. Вот слева оружейные. Оружейные обязательно. Я постучал в дверь. Подождите, приходите позже. Haven't seen business these days, as long as I can remember. Отдыхает, сволочь. Я в бабу тебя отъеду. Решил с ним повзаимодействовать, но тут ящик свой уронил. Да, мне показалось, я его взорвал. Ладно. Так, что... А, кстати, я вспоминаю, здесь придется нам потом много всяких этих овощей скупать, потому что нас реально будут убивать потом. А овощи зачем скупать? Ну, их ешь и здорово. Ладно, тебя, они тоже копили-то добро не один день. Да, пустые ящики. Так, давайте с вами взаимодействуем, наверное, пожать руку. Геройское прикосновение. Чего? Ну, ты руки пожимаю всем. Ты какой-то бабки прижимаешь. Нормально. И я думаю, пожму руку. Да, людям нравится. Я думаю. Людям нравится это достаточно. Так. Подожди, у нас же тут еще задание. Нужно пойдем по заданию или как? Или тут еще потусим? Надо хотя бы одежду. Может там, не знаю, оружие дадут. Тут тусить, тут надо сначала вот основной квест хотя бы сделать, а потом начнут. Ну, давай тогда сейчас сделаем основной. Куда он? Идти вот сюда. Rock bottom prices. Чего? Потом квест дадут курицу попинать, я как вспомню. Пинать курицу. Скорее бы сразу расстреляли тебя. Курица это национальная гордость. Я тхая корова. О, дети. А их можно убивать? Знаешь, я что-то не помню. Просто обычно в Скариме там нельзя было их убивать. Так. Удерживаем дверь и заходим сюда. Так, какая-то библиотека. Какие-то свиньи здесь жили, смотри, книги раскидали. Нет, это все интеллигентно просто. Library is closed by order of the king. We don't serve drinks, we don't sell chicken feed. Please leave before the soldiers suspect you of gaining any real knowledge. Sweet papyrus, a real visitor. I'm afraid I was speaking the truth.
King Logan has closed the academy. I'm little more than a custodian these days. Да, тяжело быть библиотекарем. Блин, жалко, что я во вторую часть не играл. А она ж только на боксе. Вот-вот. Я и говорю, жалко. А по-моему, вторая была лучше, чем первая, и лучше, чем третья. My dear soul, you're an odd fish and no mistake. По-моему, лучше первой, ничего нет. Or maybe even weirder, like a sea cucumber or something. Я пытался недавно первую начать, и все никак не мог, потому что что-то там в начальной локации не сохраняется нифига, когда учеником ты. Поэтому я сохранялся, выходил, и оказывалось, что у меня не сохранялось. Мне приходилось заново день проходить обучение мечу, луком и так далее. Это не круто. Да, и я раза три начинал, и все, на этом все и заканчивал. Так, подожди, я не могу использовать дверь. Она как-то странно, она, по-моему, не хочет. Ну, не хочет, значит, не хочет. Да, пойдем дальше. О, о, деньги. Спасибо. Как гад. А я могу отказаться от них? Нет. У тебя нет выбора. Держит ходит мимо тебя. О, смотри, что здесь. Нас сюда... Судьба зовет, не надо так. Не надо рушить окружающее. Наверное, вот эта железная дверь. Да. Покажите печать гильдии. Как? Наверное, Е. Нет. Колесико мышки. 1, 2, 3. А ты можешь показать печать гильдии? Ой-ой-ой. Другого игрока продолжено. Хранилище. Как здесь инвентарь-то есть? Да, ну вообще нету. You look like some kind of mutant fish thief. So there. You're sincerely Arthur. А я, кстати, я тоже, по-моему, пытался так найти, что надо было показать ему. Ну, это явно не печать. Хорошо, где нам получить тогда печать гильдии? Так, стоп. Ой. О, классно. Нас телепортнул. Мне просто теперь, кажется, сюда указывает. Нет? Может, ты к ним подойдешь? А, он дает печать гильдии. Ты же тихо в еде нажать. Просто гениальная сцена. А я тут хожу, блин. Я тоже думал, что уже все просто. Пытаюсь пропустить, чтобы у меня там что-нибудь. Come this way. Your father told me that one day a challenger bearing the seal would come seeking entrance to the reliquary. Не, я просто постоял рядом с ним, подождал, он что-то не захотел. Я убежал. It was he who founded the academy, of course. I have often wondered how he would react to see it in its present state. Here we are. I can't tell you how many of our researchers and professors have studied this door. Hoping to unlock its mechanism, but да, I knew there was only one thing that would ever open it. Сколько долго я надо удерживать Е? Пока она полностью круг пройдет, отпускай. Да он нифига не заполняется. Так, Е. Отменилось. Нет. Ура! Ты просто отходила, поэтому, видимо, отменяла. Вот так вот, хитро вся. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Куда мы попали-то? Мы попали в загрузку. Опять подземелья какие. Лишь бы оно опять не зависло. Да не, картинка по крайней мере есть. Ну, она и до этого вроде была. Или не было? Была.
Не, в прошлый раз не было у меня черный канал. А, у меня как раз была. Может, из-за этого? Не знаю. У меня не прогрузилось. Так. Библиотека. А, здесь много можно всякие книжки. А тот старый хрыч за нами не пошел. Засал, да. Ну, кто бы, собственно, рискнул. Кстати, можно идти какого. О, игрушка. Сокровище? Где? Не, к каждому комоду подходишь с книжками. Не, с собаками просто говорит сокровище. О, женский ночной костюм, тапочки. Тут, кстати, это книжки лежат, но книжки собирай. Их потом сдавать можно. А почитать их можно? Ну, вот видишь, там что-то кто-то говорит. Тихо. Осматривай давай. Не зависай, осматривай. Женская ночная рубашка. Ну да, вот именно в книгах я могу женскую ночную рубашку. И мужские штаны. Это нормально. Могу и самый прикольный, я в камнях начал копать лопатой. Ну, анимацию делать лишняя лень. Поэтому так. Господи, тут еще тайник. Господи, два тайника в одном месте, брат. А этот по две монетки нахожу. Ой. Я что-то резко начал приседать. Поднялся. Так, я по этой стороне тут все шкафы уже облазил. Я потом тоже вот. Да там внутри. Так, еще вот это остались, и все. Парочка. И будут все шкафы. Всё. Ну все, значит, да. Библиотеку ограбили. Ну, какие-то дураки оставляют деньги в книгах, ну. Это их вина. Так, следующая интересная комната. Нам о, нужно... я вижу сундук. О, я вижу сундук. Чем-то мне вот эти вот подземелья все напоминают Диабло. Ну, Диабло хотя бы сопровождается избиением тысячи орд. А тут мы даже, я даже не знаю, мы вообще хоть встретим здесь кого-нибудь. Неважно. А, я вижу вон шарики, да, мы здесь что-то встретим, здесь что-то будет добавлено. Я чувствую, будут скелеты или пауки. Я не люблю пауков, они в каждой игре, в каждом РПГ есть пауки. Я как вспомнил темную миссию меча и магии, это вообще, там пауки вообще основная тема была. Кстати, игра офигенная. Игра, да, но меня пауки просто достали, это слишком много пауков в этой игре. Я думаю, что как использовать? Забавно, по-моему, он просит меч. А у нас меча нету. Escape, чтобы вернуться в убежище. Ну давай. И что? Давай, смотрите. А, собака, ну, наверное, тут... пойти оружие посмотреть. Может, у нас оружие появилось. Так, это раздевальня. Ух ты, какой у тебя забавный костюмчик есть. С шапочкой. А, уйти из моей уборной. Уборной. Да ладно. Так, это награды. Здесь человечина какая-то нарисована. Видимо, семья и друзья. Ну, только почему-то здесь все в пути. А, ой, здесь оружие как раз. Так, получается, я должен у себя это делать? Ты эскейп нажми. Да, я уже... иду туда. Ну да, более-менее полезные вещи здесь можно делать. Только не старый уже, блин, никакого нет. Так, ну-ка, что здесь надо нажимать? Оружие. Мебель. Аксессуары, неинтересно. Ну, оружие. Так. Лайф, ты хочешь, чтобы я это купил? Хрен, я не буду это покупать. Понятно. В общем, это, видимо, для покупки. Я на эту фигню не попадусь. Переодевальня. О,
теперь оружейная почему-то открылась. Обычная, нормальная. Смотри, у тебя вещи есть. According to the book, they change as you use them, урон меча 10, у молота 14. Черт. С одной стороны, можно ломать врагам кости, с другой стороны, можно резать их плоть. Когда ломаешь кости, забавный звук. Я выбираю молот. Весьма хорошая логика. Да! Я как девушка, я буду парировать удары мечами. Надо будет сейчас своего персонажа Асу назвать, чтобы вообще прям... Только сюжету было. Это да. Так, эскейп, чтобы выйти из убежища. Ты здесь? Ты здесь. Да. Ну я пока предлагаю нам закончить на этом. Да? У нас все будет заканчиваться в этой комнате. А че, тоже неплохо. Стабильность — признак мастерства. Да. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много всего интересного. Все для вас. Такие дела.